Всем привет, ребята! Я сейчас в спортзале вместе с Ваней, только что потренировалась. У меня сегодня была тренировка рук. Вот, я, конечно же, в таком немножко виде уставшем, вся мокрая. Вот, так что сегодня влог начинаю уже с обеда, потому что утром не удалось ничего записать. Была занята, то кушать готовила, то еще что-то. В общем, такие повседневные, ежедневные, бытовые делишки делала, в общем. И забыла совсем даже и про камеру, что нужно записывать влог. Вот. И, кстати, я буквально час назад вела трансляцию прямую со спортзала, и меня девочки мои смотрели, вот, знакомые. Очень рада была, что они меня смотрят, пишут. В общем, так что я буду каждый день стараться снимать прямые трансляции. Мне это интересно. Вот. Так что вот так вот, а я сейчас Ваню жду, ему еще осталось одно или два упражнения. И я тут сижу, смотрю в Перископе тоже прямые трансляции Виктории Бони. Она очень классная девушка, вообще она выпустила новую коллекцию, и сейчас у нее там проходит фотосессия, в общем, как они фотографируются, она все это снимает, как она макияж делала, прическу, в общем, очень интересно. Я тоже ее смотрю, подписана на нее, так что все ее трансляции смотрю. Вот, а сейчас я хочу посмотреть еще журнальчики. Здесь, кстати, лежат разные интересные журнальчики. Вот, и потом Ваня закончит тренироваться, мы поедем домой, пообедаем, а потом, не знаю, чем-нибудь позанимаемся, может быть, в бассейн схожу, в общем, какие-то такие дела, в общем, будем делать, работать, так что... Если вам интересно, то продолжайте смотреть. Смотрите, как люди живут возле спортзала. Прям на улице у них все, и одежда сушится, и кушать готовят. И рядом вот находится речка, и она вся зеленая. Вообще стрёмная. Вот тут вот куча мусора в пакетах, никто не вывозит. В общем, соломенные домики вот такие вот накрыты. В общем, да, люди страшно живут. Привет еще раз. Я надеюсь, меня хорошо уже слышно, потому что мне говорили, что меня плохо слышно видео. Я уже решила записывать через микрофончик. И у меня здесь над головой еще телевизор, но хорошо, что он выключен. Музыка играет, поэтому решила записать через микрофончик. Мы сейчас приехали в кафе на ужин, поужинать в Irish Times. Это одно из самых любимых наших кафе, и здесь очень вкусно готовят биф-салат. Это салат с овощами, тут со специями. В общем, я заказала себе с морепродуктами, а Ваня с мясом. Вот, и также заказала... Ой, к нам только что хозяин заведения подходил и спрашивал, или все хорошо. Вот. Ну, как всегда, здесь все хорошо и вкусно вроде, да, Ваня? Потому что я еще не пробовала. Я вам сейчас покажу свой салатик, который я заказала. Так вот выглядит мой салатик. Здесь с морепродуктами, креветки, кальмары и мидии. И вот овощи. Все это в соку, в соусе. И рис, вареный рис. Так что вот такой вот у меня ужин. И приятного нам аппетита. Тут у нас сидит геккончик, смотрите, какой он. Свет, конечно же, плохой, но, надеюсь, вам видно. Осечка. Смотрите, кто к нам на балкон прискакал. Коник. Такой здоровый, даже боюсь дверь открывать. Такой большой достаточно. Ого, у него такие усы длинные, вы посмотрите.